Мы гуляем по району. Гляньте, какое дерево красивое. Сказка. Мы каждый вечер стараемся гулять. Я бегаю каждый вечер. Да, Ванечка любит бегать, любит спортом заниматься. Вот оно. По километру по два бегаю вообще. Мы остановимся. Но не трогай, Ванечка. Очень большое, очень красиво. Вот еще одно. Гляньте. Очень интересное создание. Что-то вообще сказка. Тут какое-то дерево. Что мы сюда, на эту улицу зашли? Непонятно, что это? Вот стоит коробочка с ненужными вещами. Вот, например, фигня полная для игрушек. Перебили меня. Что я зашла на эту улицу, увидела дом. Очень красивый. Сейчас покажу, дойдем до него. Я тоже так хочу. Тут машина. Тут кепочки. Тут такая. Извините, пришлось на паузу нажать. Так вот, вот этот дом. Он весь в зелени. Он просто шикарен. Такой вот он. Солнце-то плохо видно. Так вот. Вот ради этого дома я сюда в переулочек и зашла. Какую-то церковь увидели. По какому району мы не гуляем, везде красота. Вот такой дворик маленький, красивый. А у нас двора нету, соседи мешают. Ну, попались нам такие соседи. Ну, как соседи, гадины. Ну, Ванечка все равно их любит, вы не подумайте. Нет. Ничего. Самолетик мы забросили, блин. Наглели, еще гараж открывали. А мы не знали, что тут есть церковь. Вот как гараж украсили, типа. Видите? Еще это художник рисовался. Вот эту всю картину художник рисовал. Это просто взяли, купили такую штуку. Вот, а что? Вау. Купили, вырезали, поставили. Какой-то стенд. С непонятными. Это может библиотека. Потому что что мы решили, потому что, как видите, о, ничего себе. Ваня, аккуратно. Ванечка, выгляни. Скажи, что там. Здесь книги. Чё себе? Читать, типа, зашёл себе. Класс. Берёшь книгу, садишься и читаешь. Да. Вот так вот. Ничего себе. Мы не знали. Там детская площадка. Не видно вам где-то там. Вот. Как-то отдельно сюда придём и снимем отдельно видео сюда. Я уже туда не пойду, потому что там мужчина, немец стоит, мы же, они тут нас не очень любят. Такая церковь. Мужчина работает. Там кладбище. Ну, вот так вот.